Уже очень скоро пройдет осенняя презентация Apple, на которой представят то, что мы ждем больше всего. Это iPhone 15 Pro. По инсайдерской информации, в новой линейке также может появиться модель Ultra, которая станет сотоварищем для Apple Watch Ultra и корпусом из титана. В iPhone 15 Pro и Pro Max установят великолепный дисплей, достигающий яркости 2400 нит, Always On Display и диагональ 6,1 и 6,7 дюйма. В базовом iPhone 15 также может появиться Dynamic Island с таким же дисплеем, как у iPhone 14 Pro. Экран будет покрыт прочным керамическим защитным стеклом нового поколения. iPhone 15 Pro выйдет в 5 цветах. Dynamic Island будет уменьшен на 20%, а разъем для зарядки наконец обретет стандарт Type-C. iPhone 15 Pro будет работать на 3-нанометровом процессоре A17 Bionic. В него установят огромную батарею емкостью 5000 мАч. Также здесь будут улучшенные динамики, создающие еще больший эффект присутствия. Ну и конечно, в iPhone 15 Pro будет установлен iOS 17 версия со всеми его фишками, о которых мы говорили в предыдущем видео. Обязательно перейди по ссылке и посмотри, что же нового ждет. Но если вкратце, карточка контакта, которую вы можете кастомизировать как хотите, voicemail, также в iMessage появится аудиотранскрипция, функция name drop, чтобы удобно обмениваться своими контактами при знакомстве, режим стендбай, дающий возможность превратить свой iPhone в прикроватные часы. Очень классная фишка. Динамические многофункциональные виджеты и возможность их кастомизации и многое другое. Это iOS 17. Камеры также получат апгрейд. Здесь будет установлена 6-кратная перископная зум-камера с новейшим сенсором от Sony. В основной 48-мегапиксельной камере будет использоваться технология двухслойного транзисторного пикселя. Она позволяет практически удвоить площадь фотодиодов по сравнению со стандартными матрицами. А это означает, что на фотографиях будет меньше шумов в условиях низкой освещенности, а также будет больший динамический диапазон, который очень важен при съемках HDR фотографий. А также новая ультраширокоугольная 16-мегапиксельная камера. Беспроводная зарядка получит мощность 25 Вт, что на 10 Вт больше, чем у 14 Pro, с помощью которой вы сможете заряжать свой смартфон в 2 раза быстрее. Это был iPhone 15 Pro. На выходе iPhone 14 мы устроили презентацию с вечеринкой под открытым небом Санкт-Петербурга. На этом технодвиже было более 150 человек. Это были наши постоянные покупатели, друзья бренда и крупные блогеры. Презентацию озвучивал профессиональный переводчик в реальном времени. Это были незабываемые эмоции. Мы посмотрели презентацию в реальном времени, а потом отметили ее зажигательной лезгинкой. Напишите в комментариях, хотели бы побывать на нашем ивенте, посвященному презентации iPhone 15 Pro. Свет включил, чтобы вам лучше было меня видно. Все, пока.